Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Так, тут нет, и тут нет, и там нет. Может, под подушкой спряталась? Нет. А может, под одеялом осталась? Ну-ка, так. Добрый день, дорогие мои друзья. Странно, никого нет. Ой, тут нету. Коксик. Привет, Юль. Здравствуй, Коксик. А ты что, потерял что-то? Ну да, пропажа у меня. А что пропало-то, Коксик? Мое хорошее настроение. Понимаешь, стал я замечать, что с наступлением осени оно куда-то пропадать стало. А сегодня и вообще исчезло. Ну и ну, Коксик. А ты уверен, что это сегодня произошло? Ну, конечно, уверен. Это, наверное, все из-за погоды. Вон на улице дождь идет. Так это же здорово, что дождик, Коксик. Сухую листву и пыль прибьет к земле, и воздух в лесу станет чистым. А скоро вообще снег пойдет. Ну и что? Веселиться, да? Ну, унывать-то никак нельзя, Коксик. Ох, Юль, и как это у тебя вот так получается, что твое хорошее настроение никуда от тебя не убегает? А я знаю один секрет. Какой? А вот какой. Нужно заняться каким-нибудь делом. Тогда для плохого настроения просто времени не останется. Вот я, например, вчера помогала енотчу собирать урожай капусты. А потом мы с ним укрывали кустарники в нашем саду, чтобы они не померзли зимой. Мне-то теперь помогать некому? Вы ж с енотчем-то все дела переделали. Знаешь, Коксик, я думаю, ты ошибаешься. Ведь у нас в лесу много жителей. Может быть, кому-то нужна помощь, чтобы подготовиться к зимним холодам? Да? Как я об этом не подумал-то? Так, срочно включаю экран наблюдений. Молодец, Коксик. Внимание, внимание! Говорит лесная служба спасения. Дежурные, доложите обстановку на местах. Да что тут докладывать? Ужас, да и только. Бедные зайчики, ежики да мышки. Их всех спасать надо. Мы готовы. Что нужно сделать? Ничего не нужно, не волнуйтесь. Мы с зайцем к зиме в новые шубы переоденемся. И белки с лисицами тоже свои зимние наряды достанут. А ежики и мышки? У них ведь зимних шубок нет. Ох, бедные, неужто им замерзать придется? Не придется. Мы, ежики и мышки, крепко до весны уснем. И медведь Михайло Потапыч с нами. А пока мы свои домики к зиме готовим, наши друзья-птицы осеннюю красоту примечают, любуются ею и песенки о ней поют. От этих колыбельных песен нам сны будут сниться разноцветные, уютные да теплые. Красота! Красота! Вы, стало быть, в своих теплых норках перезимуете, а нам, птицам, что делать? Это ты верно подметила, сорока. Те птицы, которые перелетные, в теплые страны зимовать улетят. А вот всем остальным трудновато придется. Я вот ягоды рябины запасаю, но боюсь, что много запасти не получится. Зима длинная. Ой, я придумал. На то ведь мы и лесная служба спасения. Давай, Юль, начнем спасать лесных птиц. Начнем, Коксик. Так, рассказывай, что ты придумал. Значит, до зимы время еще есть. Есть? Да? Успеем сделать для птиц кормушки, семечек, зернышек им припасем. Вот они и перезимуют у нас в Шишкином лесу. Молодец, Коксик. Здорово. Ну, если мы сыты будем, то тогда нам и зимы бояться нечего. Успокоили меня. Полечу, хорошую новость всем птицам передам. Лети, лети, сорока. А мы пока посчитаем, сколько нужно кормушек подготовить, сколько зерна запасти. Так, Юля, ребята, я побежал. Нужно срочно еноточу обо всем рассказать. Вот нам его помощь-то понадобится. Коксик, что? А твое хорошее настроение вернулось? Ой, еще как вернулось! И не просто хорошее,
А помогательное? Скучать-то некогда, так надо приниматься за работу. Только сначала давай с ребятами попрощаемся. А, ну да, до встречи. Всего вам доброго, друзья, и храни вас Господь. Кто работы не боится, с тем и горе не случится.